Всем привет, это CGTN на русском, я Сергей Чудинов. Сегодня в китайском Циндао открывается саммит ШОС. Мы спросили у журналистов стран-участниц, чего они ждут от саммита. Мне все-таки, как журналисту, больше интересны взаимоотношения между нашими лидерами. Я не уверена в том, что будут достигнуты какие-то такие соглашения, чего мы не ожидаем. То есть декларация, да, мы уже слышали об этом, о том, что она будет совместной. Но, тем не менее, я хочу посмотреть на то, как они все соберутся вместе с Индией и Пакистаном все-таки. Премьер-министры будут. В Астане в прошлом году они уже собирались и достаточно так дружелюбно общались, хотя, да, у них конфликт все-таки между странами. И поэтому посмотреть, как они будут вместе общаться. Наверное, это самое интересное для меня. Безусловно, в первую очередь шанхайская организация – это в первую очередь безопасность. Во-вторых, то есть сотрудничество между странами членов ШОС и Таджикистана, то есть в торгово-экономическом плане. У нас есть реальный интерес к развитию энергетики, инфраструктуры, ЖД-сообщения. Сегодня индийское правительство реально заинтересовано в развитии взаимоотношений с другими странами. И еще одна важная тема, которая касается ШОС, это проблема терроризма. Индия борется с терроризмом на протяжении многих лет, и мы хотим получить поддержку в лице мирового сообщества. Здесь не должно быть двойных стандартов. Именно этого хочет видеть Индия от своих соседей.